Креветка-чистильщик. Нежная, прозрачная, украшенная оригинальным орнаментом, она маленький, но весьма значительный житель подводных глубин. Зависая над водой, она стрекочет своими крохотными усиками-антенками, словно пытается уловить какой-то неведомый сигнал. Медленно, неспешно передвигаясь ему навстречу, она не боится встретить на пути даже самых свирепых хищников. Она – ближайший друг многих крупных рыб и подводных организмов. Ей открыты двери в самые потаенные уголки их громадных тел. Добрый санитар, чистильщик, трудоголик. Креветка – желанный гость даже для самого опасного хищника. Быть маленькой, но очень полезной – важное правило этой маленькой креветки.